солнечным утречком провожала она своего ненаглядного, своего паренька. Ты служи, ненаглядный мой, обо мне не тужи. Если что-то случится вдруг, обо всем напиши. Не проходит и годика, ответила девушка, что любви больше нет, что любовь уж потеряна. Вот такой был ответ. Ковыляй потихонечку, а меня ты забудь. Зарастут твои ножики, прошлёшь как-нибудь. Утречком возвращался домой скорым дембельским поездом.